Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства стартовало в Рязани 15 апреля. Теперь любой житель города может отдать свой голос в пользу одного из 26 общественных пространств. Парки и скверы, набравшие наибольший процент голосов, будут обустроены уже в этом году. Пока что сами рязанцы голосуют исключительно за свой район. Какой парк вы бы хотели, чтобы в первую очередь благоустраивали? Строители. А какой там парк? В преддверии выборов был когда-то сделан парк, и его забросили. Там только установили лавочки, проложили дорогу и свет, и все. То есть никакой ограды, площадки, да. Никакой площадки, вообще ничего нет. Поскольку я живу в центре, мне бы хотелось, чтобы горпарк был устроен. Да, горпарк хочется, да? Потому что... Он вот запущен. Наше детство, мое там детство, человек не жил в Рязани в детстве, я жила. И я помню, когда я маленькая ходила с родителями. Это было классно, это была сцена, это были качели, наши танцы были во времена учебы в институте. Кстати, жители городского центра сегодня за то, чтобы благоустраивали объекты в других районах. Мол, у нас и так все в порядке. Пока что фаворит опроса – Центральный парк культуры и отдыха в Роще. И это несмотря на то, что его улучшали чаще остальных. В прошлом году после такого голосования благоустройство прошло в лесопарке, Вишневом саду, Дубовой роще, парке Белякова и Гвардейском сквере. Тогда, напомню, в голосовании приняло участие почти 120 тысяч рязанцев. В этом участвуют уже не так активно, хотя голоса принимают до 31 мая, так что еще можно успеть. Полина Власова, Михаил Лазуткин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».